1990 году началось рождение легенды. Талант одного человека расцвел, и появился новый чемпион мира. И сегодня чемпион остается в отличной форме. Он все время впереди. Этот человек никогда не останавливается. 16-кратный чемпион мира. Победитель более 80 других крупных соревнований. Побьет ли кто-нибудь когда-нибудь его рекорд? Посвяти себя дартс без остатка, и путь тебе будет открыт. Самый выдающийся игрок в дартс, чемпион всех времен и народов, и он продолжает развиваться. Фил Сила Тейлор. Портрет на фоне дартс. Утрачивал я когда-нибудь мотивацию? Нет. Нет, никогда. Даже когда я ради развлечения играю, даже когда я с собственными внуками играю, я все равно хочу победить. Так что нет, такого никогда не было. Как поддерживать мотивацию? Ну, это вопрос личной гордости, репутации. Понимаете, если ты хочешь быть лучшим в мире, это мотивирует. И мне всегда удавалось себя мотивировать. Я всегда был мотивирован. С того самого дня, когда я впервые бросил дротик в мишень. Суеверен ли я? Нет. Нет, ни капли. Скорее, я все время следую своему ритуалу, каждый раз повторяю привычные действия. Я всегда выхожу где-то за 2-3 часа до матча, так, чтобы попасть на площадку, да, где-то за 3 часа. Тогда у меня остается время, чтобы акклиматизироваться, поскольку в зале может быть прохладно или, наоборот, жарко. Итак, я акклиматизируюсь, у меня еще есть время на то, чтобы сделать то, что я обязан сделать. Я общаюсь с прессой или даю интервью телевизионщикам. На все это остается время. Ну, это часть игры, розыгрыш Боло. От этого зависит, кто первый будет бросать. Иногда это не имеет значения, поскольку речь идет о тайбрейке. А иногда это очень важно. И тогда требуется действительно очень высокая концентрация. И борьба за буллзай становится очень важной.